Профилактическая операция «Новый год 2017» стартовала в Тобольске. Весь декабрь и 10 дней января сотрудники пожарной охраны будут вести усиленный надзор по предотвращению пожаров в местах массового пребывания людей. 27 учреждений культуры планируют провести в городе более 30 новогодних и рождественских мероприятий. Их посетят почти 10 тысяч человек. В ходе этой работы проводятся инструктажи, проводятся учебные эвакуации, проверяются пути, опять же, эвакуации, работоспособность систем пожарной автоматики. 19 объектов проверено, именно тех, где будут массовое пребывание детей, 50 человек и более. Замечаний, требований пожарной безопасности на них не выявлено. Кроме этого, созданы группы межведомственного взаимодействия, которые будут посещать социально неблагополучные семьи и табляков, проживающих в ветхих домах.